нас Сергей Наумов в студии, это обозреватель сайта valitudo.ru. Добрый день, Вадим. Да, он все просит высказаться, и мы вот даем ему такой Вадим, вы недавно опубликовали интервью на своем сайте, где очень негативно высказались о портале valitudo.ru, и написали, что наши новости читают только те, кто ищет грязь. Я хотел бы спросить вас, почему редакторы вашего сайта не только читают наши новости, но и воруют их? Вы нам не расскажете? Я просто хочу сказать одно. Вы знаете, неужели мы за всю жизнь, вот что мы конечно, такие негативные. Есть ни одной статьи в пользу... Вадим, я лично написал, когда вы сказали, что Марат Шикшабеков выйдет в андеркарде Strikeforce, я лично написал абсолютно позитивную статью об этом факте. Может, вы читаете только негатив? Вы знаете, я читаю все. То есть вы читаете наш сайт? Очень редко. Больше мне докладывают, потому что, если честно, времени особо нет читать. Это надо иметь очень много свободного времени, чтобы все это читать. Но на самом деле, как бы, неужели мы не заслужили хотя бы каких-то, как сказать, позитивных вещей? Позитивные вещи такие, есть. Мы такие вот плохие, да, мы бедного Федора вот эксплуатируем, мы... То есть мы вообще во всем негативные. То есть то, что мы делаем, это все бред. И вы радуетесь, когда мы наконец-то закроемся. Как-то вот обидно, как будто вы американский сайт, а не российский сайт. Вадим, а почему вы решили, что мы это придумаем? Последнее время очень много негатива, действительно. И мы лишь высказываем свою точку зрения. Вы не считаете, что критика полезна, если она конструктивна? Не-не, критику я одобряю, но дело в том, что вы российский сайт. Понятно, что американцы нас не очень-то любят и не принимают. Понятно, что они хотят... Не хотят, чтобы Федор пошел в UFC. Так мы не против туда пойти, я это не раз заявлял. Но мы не будем кабальные эти контракты подписывать. Федор заслужил. Это все мы уже слышали, Вадим. А вот насчет, вы говорите, мы не пишем о российских бойцах. Мы выпустили серию статей о Александре Шлеменко. После чего вы, опять же, в своем вчерашнем интервью полили его грязью. Сказали, что Беллатор — это некий третьесортный чемпионат. Победа — это особенно ничего не значит. Единичные случаи и так далее. Ну, а почему мы позитив не можем осветить? И чем плох Шлеменко? Вы знаете, Шлеменко ничем не плох. Просто вы не пишете, неужели один из наших парней не достоин того, чтобы вы взяли у них интервью. На вашем сайте 90% вы только там рассказываете про какие-то шагуны. Вадим, там, а я могу объяснить. Вы знаете, что Стив Баш прислал нам официальное письмо, в котором запретил использовать символику, брать фотографии и вообще каким-либо образом упоминать об М1. Иначе он обратится в суд. Или вы не знаете, что в вашей компании происходит? Я все прекрасно знаю. Лучше вы вообще забудьте нас вообще, не все дела. Потому что то, что вы пишете, один, если честно, негатив. Ну, все понятно. Поэтому оставьте больше вопросов. Я понимаю, что это ваша позиция. Да. Вадим, Сергей, я хочу высказать свою точку зрения. На самом деле, компания M1 Global занимается развитием MMA в России. Сайт valitudo.ru тоже пытается освещать все эти события. Мне кажется, что вам стоит, насколько, я не знаю, сколько это возможно, найти точки соприкосновения и посотрудничать вместе. Мне кажется, это будет правильно. Да,